понимаешь, дружба сейчас – это главным образом совпадение графиков. Ну и, пожалуй, статусов. Понимаю. Но не хочу. А когда мы последний раз вот так вот куда-то вместе, ну, в Одессу, 8 лет назад, 8? Ребят, мне очень нужно, чтобы сегодня вечером мы все поехали в Питер. Россия хорошо, на здоровье, плоскогубцы. Почему плоскогубцы? Женщина, которая не смеется твоим шуткам. Это все равно, что женщина, которую ты не можешь довести до оргазма. Ты понимаешь, что рано или поздно найдется мужик, который так пошутит, что она кончит. Ну, так ее трахнет, что она ухохочется. Существует же, наверное, какая-то денежная верность. Верен ты своим деньгам, распоряжаешься ими эффективно, тогда и они тебе верны. А повел себя ветрено, ушли от тебя к Прохорову. Деньги, они же цветы жизни. Стыдно быть несчастливым. Надо дать счастью шанс. Тогда оно, возможно, случится. Ну что, мальчики, стоять будем или в вагон зайдем? А? Пускай круто меня заносит, душа чудо сейчас просит. Тихо. Чувствуете? Чувствуем. Так что именно? Счастье. 50 рублей, не будет того у меня. Что? Тут у нас счастье. Вот кто бы мог такую красоту описать? Мне кажется, только Пушкин. Ох, ты ж ни хера ж себе. Мандула раздвижная. Мандула.